Всех приветствую, друзья! Добро пожаловать на канал. В этом видео я расскажу, как более-менее правильно настроить самые дешевые, самые простецкие, самые стандартные, какие только есть микрофоны, от гарнитур, петлички и прочее, прочее, прочее. Итак, для начала сразу же заходим в диспетчер звука. Вы его можете найти у себя в пуске. Наберите в пуске звук, и у вас сразу же выйдет панель управления, и снизу будет написано звук. Вот, собственно, мы открываем, это окошко открывается. Здесь во вкладочках мы видим воспроизведение, запись, звуки, связь. Нам нужна вкладка запись. Вот наш микрофон, видно, как у меня изменяется шкала, когда я говорю. Вот. Жмем кнопку, выделяем микрофон, жмем кнопочку свойства. Итак, в свойствах что же мы видим? Мы видим наш микрофон, наш разъем, наш драйвер установленный. Есть вариант прослушать, но это нам не нужно. Сразу переходим во вкладку уровни. В уровнях мы настраиваем. У каждого микрофона усиление будет по-разному и воспроизводиться все это дело будет по-разному. Но я рекомендую ставить усиление что-то между почти самым максимальным, но сбрасывая чуть на одно отделение вниз. Тем самым и шумы не так будут слышны, и сам микрофон будет более-менее качественно работать. Это все мы выделили, нажали кнопочку ОК. Опять еще раз жмем свойства, чтобы убедиться, что у нас все есть. И еще одно хотелось бы сразу в этом отделе добавить. Микрофон, звук записи, то есть вот, что сейчас я делаю, не выкручивайте на максимум. Также чуть-чуть дайте ему немножко снизиться, чтобы не было вот этого пиковой вот этой нагрузки, когда аж слушать больно. Вот, собственно говоря. Так, здесь мы вроде разобрались, идем к самому интересному. Вот здесь, вот в этих вкладках конфигурации и прочего всего, если вы не разбираетесь вообще, лучше все вот это все выключить и сделать так, как у меня. Я вас уверяю, у вас всякие прочие шумы, они исчезнут. Все, как здесь сделано, оставляйте все так, как есть. Естественно, большинство настроек вот здесь вам не поможет, если у вас очень плохой микрофон, да, и какой-нибудь за 30 рублей с AliExpress. Но если у вас более-менее хоть какая-то адекватная гарнитура, более-менее хоть какой-либо маломальски известной фирмы, я имею в виду хотя бы рублей за 150-200 с какого-нибудь магазина ритейлера в вашем городе, то делайте все хотя бы вот так вот. И дополнительно это формат записи по умолчанию. Здесь, если вы тоже не разбираетесь, это вам сильно не поможет и сильно качество звука вам не улучшит. Так что все оставляйте как у меня. И главное, вот здесь все галочки, как у меня, оставляйте и жмите кнопочку ОК. То есть уровни также все делайте. Уровни у всех бывают разные. Я вам рекомендую не максимальный, предмаксимальный. Вот предмаксимальный самый. Если у вас, я имею в виду именно для дешевых микрофонов, естественно, этот гайд не поможет тем, у кого супер дорогие микрофоны. Вам нужно обратиться лучше к другому видео. А это было видео для тех, у кого самые дешманские микрофоны. Так что вот все повторяйте, все делайте следующим образом. И проверяйте, помогло ли вам или нет. Я уверен, что вам, скорее всего, помогло. Безусловно, на моем микрофоне, на котором сейчас я записываю, есть некий слабенький такой, типа шумок. Но это все выправляется программами Audacity и остальными похожими утилитами для выравнения звука. Вот и все. Но, в принципе, мне и так, как говорится, сойдет. Особенно для каких-то простецких задач. А, собственно говоря, все. С вами был Бер. Если вам это видео помогло, оценивайте его. Комментируйте, предлагайте какие-то свои варианты решения разных проблем, связанных с дешевыми микрофонами, связанных с настройками дешевых микрофонов в Windows, ну и так далее. Все, пока.